Всем привет, ребят, с вами Алексей. Сегодня мы глянем на игрушку под названием Dead Bolt. Скорее переводится как Мертвый Болт, хотя Болт я не знаю, как переводится. Она похожа на Hotline Miami, судя по описанию и по скринам. Мне захотелось ее посмотреть. Не знаю, какое будет разрешение. Там нету в настройках разрешения. И она только на английском. Русского варианта я не нашел. Так, ну вот мы ходим. Очень маленький персонаж у нас, прям совсем нифига не видно. Пока что нас будут обучать. Я вот вообще такие маленькие, что капец. Так, Е. На Е мы подбираем, да? Нож я взял или что? У меня два ножа. Еще могу мышкой перемещать, а вверх-вниз. Камера типа. Так, подходишь к нему. Зарезал, допустим. А, я спрятался, что ли, типа? Типа из-под этого самого места я... А, это укрытие, да, походу? О, одно неверное движение, тебе хана. Так, взял нож, взял еще нож. Спрятался. А могу прям отсюда его прыгнуть, нет? Допустим, нажал на правую мышку. Что это будет? Типа, куда его кидать, что ли? Что я сделал? Я кинул нож? Я его кинул, да, походу, потому что у меня одного ножа больше нету. О, прикольно. Без палева, типа, да, я сделал сейчас все это. Потому что никто не проснулся. Так, допустим. Нашинковал. Так, включаем свет. Что я сделал? Патроны перемещаться можно? Нифига, он быстро перемещается. А в чем смысл? Ой-ой-ой-ой-ой! Надо было свет выключить. Ну да, начинающие мы как бы еще тут. Непонятно. Чё да как. С ним покончено. С этим сейчас будет покончено. Вот сколько нужно его ударять, чтобы он сдох, мне неизвестно. Так, как пройти здесь, чтобы я не сдох, а? Так, он потерянный. Не знает, что где и как. А теперь, походу, он меня увидел. Мне указывают, типа, киньте нож. Можно было издалека кинуть его. А, типа, продумываясь, нужно реально кинуть нож. И... Можно я перезагружусь? Ресет, да, рестарт миссион. Где я вообще? Ага, вот. А тут не надо было нож кидать, хотя так, как бы я быстро бы убил его без палева. Но нож лучше не кидать, потому что... Там нужно будет издалека его кинуть. Издалека. А одного просто вручную зафигачить. Вот так. Зашибись. Он чувак запалил уже, походу. Ничего не знаю. В смысле, а чё я его убить не мог? Я ж два ножа взял. Допустим. Подходи, подходи. Мы ждем. Нашинковали, идем дальше. Завалил. Взял пистолет. А, я походу стреляю временно, да? Я могу перевыбрать. А почему нельзя, допустим, сделать убийство за одного удара, там, не знаю, со спины? По шее провести ему, чтобы он моментально скончался. Еще музыку в игре обещали, тоже неплохую такую. Hotline Miami была крутая музыка, хороший саундтрек, и здесь, возможно, тоже будет, хотя пока что. Пока что я не могу его оценить по достоинству. Так, допустим, по крыше. Так, там свет, там палево. Кинуть нож или не кинуть? Пистоль у него будет, но вряд ли я успею что-то это самое. Да, он сразу меня убивает, и я, походу, не успею. Моментально мы перебираемся. Жаль, понабрать нож нельзя. Допустим, я убил его с ножа. Кинул нож, убил его, да?
А, можно кулаками бить? Допустим, ладно. Это кто такой? Ничего не знаю. Я резко исчезаю. Фу, добил. Так, спейс нажать нужно будет, чтобы сменить пушку либо колесиком. Мне колесиком удобнее, поэтому я буду менять колесиком. Так, здесь мы перемещаемся вот так. Я вручную завалю его. Так, а прикол-то в чем? Я все еще бью кулаками, я не стреляю. А как так? Как мне стрелять? А, прицеливаешься. Ну ладно, буду иметь в виду. Блин, ну я все непривычно мне нажимать на правую кнопку мыши и как бы целиться и стрелять. Допустим, пробрались мы. Здесь так просто ничего не сделаешь. Здесь мы проходим вот так и... Ага. Здесь мы проходим вот здесь. Завалили. И патронов причем хватает. Как бы мне их хватит, чтобы всех убить. Ладно. Пока что все легко. Хотя бы потому, что я могу делать вот так. Так, палево, палево, нельзя. Все, типа, здесь я сделал. Можно уходить. Что это такое? Это, походу, неважная вещь. Так, Dead Simple. Количество смертей. Пятерочку мне поставили. По звездам. Ну, блин, жалко не на русском все это. Тут, конечно, мало параметров, но все же. А ты закончил назад или что-то там? Ты наконец-то вернулся, что ли? Да, скорее всего, да. Ты наконец-то вернулся. Дальше что? Мы не поговорим больше? Ты кто вообще? И бить его нельзя. Свич. Свет не включается. Ну, пойдем присядем, отдохнем. Над каминчиком. Так, огонь, дорога, жизнь. Че это? Не знаю. Голос говорит что-то. Назад. А другая жизнь будет возвращена. Ну да, и у меня хреновый английский, так что вы не удивляйтесь. Миссия какая-то новенькая. Intel Core. Все пролистал, посмотрел. Intel, AMD не хватает. Undead. Firelix and Nirs. Не будем все это пересматривать. Допустим, что такое R? Просто посеять, типа. Допустим. Ты можешь встать? Может. Нажимаешь на E, он что-то там просматривает. Миссии посмотрели. Intel, что такое Intel, я не знаю, перевод этого слова вообще. Не интересовался ни разу. Undead, не знаю, что там такое. Допустим, камин. Выбрать миссию, походу. Так, это кто вообще? Это что? Это мы прошли уже? Допустим. Не, это мы, походу, не прошли. Вот наша миссия. Следующая. Окей, что у меня с собой есть? У меня есть револьвер. По вентиляции пройти. Допустим. Сейчас он. Я его вручную зафигачу. Чтоб патроны не тратить. Если что, я прицелюсь. Я жду их. С двух патронов он их выносит. Это замечательно. Так, там чувак ждет. Не дождет. Сейчас я вот так с ним поступлю. Патроны жалко. Что там свич? А, свич свет, да, точно. Включить его или выключить? Ну, тут не такое разнообразие, как, допустим, в Hotline Miami, но тем не менее. Блин, я тупанул сейчас, жестко причем. Тупанул. Это было случайностью. Лучше войти вот так.
Подбираешь такое это, выключаешь свет, он не в понятках. Меня выносит. Да ну, что это было сейчас такое? Он типа меня дубиной своей ударил. Допустим, я прицеливаюсь. Бам. Без башки оставил. Они даже ничего не услышали. Вот дурачки. Одним выстрелом можно сносить их. Но я и не знал. Если в хэд. А я буду стараться в хэд выносить. Ну давай, поднимайся. Тебя ждем, не дождемся. Так, что я взял? Кассета какая-то. Зачем она мне? Здесь мы закончили. Ну, разумеется, ни в одной миссии не без смертей. И последняя пуля твоя, чувак. Заслужил. Да твою мать, он не сдох, почему? Остальные с одного... Типа рандом, походу, да? Оно может и убить с одного патрона, а может и вообще никак. Угу, ясно. Разнесли меня вообще. Ну последний-то фейл вообще. Я не виноват, я думал, что он умрет. Те с одной пули подыхали, а он нет. Возможно, это зависит от того, как далеко ты стоишь. Типа пока пуля несется, она разгоняется и выносит посильнее. Есть такая вероятность. Допустим, так, тут без света, здесь мы перемещаемся выше, вот сюда. Так, я, конечно, патрончик потерял. Зато этого я завалю вручную. Да твою мать, а постой ты! Ну, да, разумеется, меня с удара выносит. Я просто улетаю. Кажись, готовы. Все патроны кончились, но... Они все мертвые. Сожалею, без вас, конечно, но... Не буду же я показывать по 100 раз, как я подыхаю. Как бы, если я... Буду помирать более, допустим... Ну, раз хотя бы... 6-7, да? Не будем округлять, допустим, до 5 или 10. 5 слишком мало, 10 слишком много. Поэтому... Пусть будет так. Смерти 7 хотя бы. Так, это что такое? Это музыка, типа? Не, давай с музыкой, чего уж там. Так, послушать кассету. Вот зомби. Я хотел послушать ее, а не почитать. Я встал, походу. Холодная вода. Док снова. Сплинтер в моей... голове или на моей... Чё там? Хэнд, это, по-моему, не голова, ведь это... А в моих руках? Где я? Роан здесь. Он поможет. Он сказал, мы уходим. Он сказал, мы не должны возвращаться к доку с каком-то снова. Вот тут я что-то перевожу и читаю, как бы понятно все. Ну, почти. Может, не совсем точно, но... Понятно. Он дал мне... и бежал, что ли? А, нет, он дал мне... Или, подожди, он дал мне удар? Или он меня ударил, что ли? Хорошо ударил, или что это? Я чувствую в моей тунге и в моем что-то там, и в моих руках, и в моей... Блин, в моих глазах вообще во всем его... Я снова встал. Сколько сейчас время? Или как много время? В моих ушах что-то там музыка. Я смотрю вниз. И здесь сплинтер в моих руках. Роланд идет. Я умираю снова. Overdose again. Снова, в общем. В общем, он снова встает. И происходит какая-то хрень непонятная. Какого-то раунда он ждет, что ли? Что-то непонятно, в общем. Ну, в общем, окей. В общем, мы садимся. На каминчик. Какие-то миссии. Индо посматриваем. Баунсер какой-то еще.
какие-то зомби с пушками. Ну, в общем, все, все посмотрели, все почитали. Суть и главное мы, возможно, не поймем, потому что все это не прочитываем. Но я, разумеется, не понимаю. Как бы для меня это сложновато. Ну, уровней здесь, по идее, немного, да? Король зомби. Это зомби, типа? Ой, что там было написано? Они говорили что-то, походу, а я не заметил. Ладно, вот ключик. Ключик от чего? У меня есть молоток. Им я явно кому-то мозги раскрошу. Туалетик. Чувак сидит там, походу, рубится в что-то. Так, а что делаем мы? Мы... Нифига себе! Вот это поворот. Окей. Я снова беру револьвер. Он так просто не подыхает. Никто не услышал. Я молодец. А это я вручную зафигачу. Так, чувак, выходи, я ж тебя жду. Тебе хана, я тебе отвечаю. С ним покончено. А, так это еще и такие фокусы есть. У меня большой прицел стал? Не понял, в чем прикол. Что это означает? Вон там большой прицел, здесь маленький. А, типа чем дальше, тем больше разброса будет. Походу. А дробовик же, как-никак. Да. Это, походу, оно имеется в виду. У меня два патрона имеется. Сейчас я кого-то завалю сейчас. Что-то я начинаю повторяться постоянно. Свет не будем включать, полицию. Что это вообще здесь такое? Это они тут, походу, ширяются. Ясно. Так, на кого мне оставить патрончик? Сейчас кому-то я зарежу. Так, мне не вниз, мне... Так, надо из туалета выходить. Мне надо потратить пульку, а потом вернуться за этим самым пистолетом. Потому что патронов у меня потом не останется. Так, как бы палево здесь. Вы понимаете, нет? Все, конечно... А, он же с дубиной. Окей. Блин. Тупанул я. Прицел забыл совсем. Все, быстро уходим, перемещаемся. Делаем все так же. Револьвер, целимся. Подыхает, но не сразу, печально. Ладно. Вручную валим. Шумим. Имелось в виду, скорее всего, что я два патрона потрачу именно на них, на обоих. На этих вот. Но я одного завалил так, как бы. Без лишних усилий. Так, с этим понятно. Сейчас у меня в руках... Зафигачил их. Прям просто изнасиловал. По ногам он настучал. Так, давай-ка, меняй мне мою пушечку. Там внизу еще парнишки стоят, надо бы их завалить. Они там курят, стоят. Тогда я уж что-то самое не буду патрон тратить, я так нафигачу. Он пушку поднабрал только что. Собирался меня запалить. Но не тут-то было. Так, мы возвращаемся. Патрошка у меня есть. Хотя зачем она мне нужна? Там они, по идее, ни о чем не подозревают, поэтому их можно в легкую подойти и зафигачить. Вон, изи как бы. Можно еще пойти дальше. Вот сюда. Мы там были. Че, реально можно было спуститься? Я даже не знал об этом. Ключ. Это я... А, нет, пистолет. Выглядит какая... А, да, это дубина, точно, это же дубинка. Есть револьвер, есть пистолет. Пистолет, они убиваются дольше, но... Разве я не всех убил? По-моему, всех, и можно возвращаться. Серьезно, я же всех завалил, да? Я ухожу? Я не ухожу.
Так, походу, какая-то цель у нас здесь. Не только убить. Давай подниматься, давай смотреть. Там еще он наверху можно подняться, да, ну это мы там уже были. А куда чё? Микроволновка, холодильник. Это защита. Вот что это там? Оно же указано было, да? Что это нужно использовать зачем-то? Все типа, да? Я взял это? Да, я взял ее, походу. Только вернуться нельзя так просто. Как бы краткого путя у меня нет, к сожалению. Жаль. Мы, походу, уезжаем. Вот теперь все. Чувак, как бы это самое, в маске черепа, походу. Новая сложность. Или новое... Не знаю. Это как бы сложно, тяжело ведь, да? Или высоко. Так, музяка. У меня кассет с тобой нету. Мне указывают почему-то вот сюда. А, к доку идти. Докс. Да, к доку. Этот. Докторишка какой-то. О чем-то мы с ним поговорим. А, смерть плюс Тексис. Это какие-то улучшения? Примари. Секондари. Это, походу, дальнее, а это ближнее. Я так. У меня уже есть вот это вот. У меня 50 очков. Они стоят довольно-таки дорого, поэтому я даже не знаю, что мне купить. Я еще и не понимаю иногда, что тут вообще находится. Так, ну оно все дорогое здесь, поэтому мне не по рукам. Револьвер у меня есть, он как бы заранее купленный. Пестоль 9 мм у меня тоже, по идее, есть пестоль какой-то обычный. Попадается иногда. Ножик. Ну, вот это я, по идее, возьму и буду использовать. Возможно, оно дается на миссию. Возможно, навсегда. Но, по идее, должно быть навсегда, потому что револьвер не исчез, хотя я не покупал его даже. Хаммер у меня был, по идее. Почему его сейчас нету? Почему мне нужно покупать его? Все, по идее, я нажал на Хаммер, у меня очки остались. Там было написано, по-моему, 30 очков. Что это такое? Маусган. Маусган. Мышиная пушка. Допустим, пестоль вот этот. Я не знаю, у меня раньше он был, по идее. Но я закупился, да, ведь? Осталось дорогое. Еще можно ножик взять напоследок, но... Не. Лишняя пустая трата денег ни к чему. Мы пойдем дальше. Это мы вернулись. Посидим, отдохнем. По миссиям. Ага. Intel. Новая пушка. Так, нам визит Ачарам какому-то. Ферримен. Он. Так, ну не знаю. Не буду я это читать. Ачарам уходит к доку. Я могу использовать души какие-то. Для пушек до того, как я соглашусь на миссию. Ясно. Ну я на миссию все еще не согласился, но я уже сходил к нему. Смог. Синглс. Какой-то курящий чувак. Обширная местность. Начнем тогда отсюда. Посносили. У него типа защита, что ли? А я его не убью. Я все потратил. Вручную зафигачу. Блин, он меня спалил уже. Надо было близко к нему подходить. Чуть ближе, чем обычно. Тогда пойдем вот сюда. Я даже не знаю, стоит ли он того. Так, что это такое? Что я сделал? Что-то загорелось. Они не услышали ничего. Я молодец. Так, мне больше некуда идти. Могу пойти от него куда-нибудь. Вот он долго подыхает. Непонятно почему. Что в нем особенного? Я лучше револьвер сменю. Ножик оставлю.
Ух, тут ножей-то целая куча. Ну, ребятки, вам, походу, хана. По крайней мере, одному из вас, ну да. Я так и знал, что я сейчас сдохну. Одного я ножом снесу, а другого я не успею. Вот он тяжко сносится вообще. Так. Ножик. Здесь мы меняем. Поднимаемся. И фигачим его ножом. По-быстрому так. Ну, входите, входите, точнее, выходите. Я прицелиться забыл. Да-да-да, криворукий, знаю. Все делаю не так, как надо. Вот он не дохнет сразу. Все патроны на него угробил, блин, как обычно. А что это такое? Зачем она поджигается вообще? Я поджег, и смысл в чем? Так, будем тогда их сейчас шинковать. Прям здесь, прям сейчас. Зашинкую, подожди. Реально, всех зашинковал просто вообще. Все повыходили потихонечку, я всех перерезал. Так, тебе, чувак... Ага, не. Нельзя. Я возьму пистоль. Обоих. Замечательно. Еще один бежит. Мне хватает, по идее. И патронов мне всего хватает. У меня еще ножи есть. Скорее всего, миссия в том, чтобы я вот это... Все эти самые... Что это такое вообще? И что я с ними делаю? Не знаю, я поджигаю их, походу. Может, они сами загораются. Я не в курсах. Так, этого мы режем. Чувак, тебе... Блин, не прицелился. Кое-как просто вот. Случайно просто взял и прицелился и... Чуть не завалил миссию. Он мог меня убить реально. Так, здесь что у нас? Ага, сначала лучше его, да? А нет, сначала я лучше перемещусь посюда. Как бы без палева же получается. Я появляюсь. Этого режу. Меня палят, и я, скорее всего, чуть ли не подыхаю. Вот прям чуть ли не сдох сейчас. А он решил спрятаться, и того. Мы опять сделали. Я, походу, пройду ее. Она ведь небольшая. Как бы за пару серий мы ее пройдем. Хоть какое-то разнообразие, а то сплошное Divinity. Сейчас уже растения закончились. Поэтому делать нечего. Снова посидим. Послушаем. Миссии. Intel. Пас. Тени что-то кастуют. Послушали. Почитали, точнее. Типа. Пав. Ну, это имена их не пойдет, типа, эти самые. Новая тяжесть или что-то типа того. Носи какой-то, типа, сосед. Типа, шумный сосед, что ли, или как? Сигналс. Типа, какой-то куряга-одиночка. И пав, типа, выстрел, походу. Ясно, понятно, вон босс сидит. Раунд. Пикап, типа, бери или что там, пикап. Как перевод вообще пикап, а? Я как-то не переводил, не интересовался этим. Минус 2 уже. Никто меня не спалил. Так. Дробаш берем. Не, вверх нельзя. Рановато еще. Идем вниз. Блин, хотел вручную. Ой, с двух патронов, ну почему? Ой, я тупанул сейчас только что. Он что-то там присел, пристал. Мне хана, походу. Я уйду в тень. Так, он меня не найдет, да? Он идет за мной. Он идет за мной. Он прям знал, а, что я там
Так, я пойду вот сюда. Сначала. С трех, разумеется. Ну, конечно, как обычно. Эти даже не подозревают ничего. Да, блин, я думал, я вверх поднимусь. Я забыл совсем, что это вниз. Еще один полез, мудак. Быстрый, однако. Да он такой жесткий, капец. Его хрен убьешь. Что это такое? Надо это самое поджечь или что? Не, скорее всего, не смогу. Так, дробаш, да? Чувак, тебе хана. Я забираю его себе снова. Мы поднимаемся. А берем вот это, не знаю, это тоже дробаш, походу. Блять. Завалил. Этот чувак не спускается. Растерялся немного. Ну забей ты его, в конце концов, блин. Я в него выстрел один сделал, теперь он бьет вот так, как будто бы он даже не стрелял в него. Ну поднимайтесь, выходите, в конце концов, я жду вас. То ли будет Бонни, то ли не будет. Капец. Сложно стало, тогда я чуть не победил. А сейчас у меня не получается ничего. Они вроде бы не в броне, а просто в каком-то этом самом. Ветровка типа с капюшоном, они в ней почему-то сильнее обычных. Ну короче, у них это броня такая. Я опять путаю и... Он меня прямо оттуда выветрил. Все, порево началось. Почему? Три выстрела в него сделал, он не сдох. Раньше подыхали ведь с трех выстрелов. Сейчас что не так? Бля. Если ты что-то там не можешь сделать прогресс, это самое, что-то ломай там, возвращайся со свежими, что там было, скорее всего, со свежими пушками, что ли, типа. Возможно, можно проходить старые миссии, которые уже пройдены, и получать с них какие-то очки. Мелочь, конечно, но тем не менее. Я получал с них очки, приходил со свежими пушками и, походу, валил бы всех. Попробуем с этим. Это нереально! Я уже устал, если честно. Пусть поднимается, а? Почему он тогда поднимался, а тогда нет? Он бывает вообще не приходит. В общем, что мы делаем? Так, он издалека. Я беру Томпсон и подхожу с этой стороны, чтобы те не успели спуститься и убить меня поблизости. Хрен вам. Я не это самое. Да, там еще вылез чувак. Замечательно, они везде повылезали. Сейчас у меня будет уже одиночное прохождение этого уровня. Оно уже близко. Я делаю все, что в моих силах, но... Что-то, видимо, делаю не так. Вот он не подыхает ни в какую. Они там на моих поисках все еще. Он там один. Можно его зафигачить. Да ты че? Он там сидел, что ли? Я его не видел? У меня нет слов просто. Догони. Пиздец. Короче, кое-как. Кое-как, но я справился. Еще, конечно, не совсем, остался один. Но я его завалю сейчас. Резко кончились патроны, я промахнулся один раз. Так, сейчас ему хана. Я почти уверен. Фух, жесть. Это было сложно, реально.
прям капец как сложно. На R надо было нажимать. Открыть файлы. Так, филинг кабинет. Какие-то там таблички. Став. А, больше стафа. И пейпер. Много пейпер. Ну, я все уже накликал. Там можно было много чего почитать, но... Там 101-я улица какая-то. Басик. Вообще много чего написано. Так, а через нее куда мог пойти? Ну все, не знаю смысл этого пистолета, но я уже закончил. Это было сложно. Не совсем понятно, как правильно действовать, потому что эти самые мудаки в капюшонах, они очень сложно пробиваются. Нужно им стрелять в голову, но даже так они не всегда убиваются как надо. Так, что, пойдем к нему? Хотя нет, у меня сороковочка еще. Мало совсем. Так, у каминчика посидим. Так, миссия такая-то, такая-то. Ага, Intel. Ну, что там с собаками связанное. Невероятное. Но они не могут открыть двери. Я использую мое advantage, чтобы это не значило. В общем, еще одна миссия, я думаю, мы закончим. Я потом после нее времечко проверю еще. Следовать Hounds. Ну, имя такое необычное, я не знаю, как правильно переводится. Новая местность. Тут трехголовые собаки. Ага, они на шум реагируют, походу. А мы уйдем. Мы типа без палева такие. А, так вы с двух сторон, конечно. Так, допустим. Ну, конечно, собаку я одновременно не смогу убить. И их, и собаку. Все довольно сложно. Можно спуститься здесь и этого чувака убить здесь. Подняться. Взять нож. Зафигачить одного из них. Шумно стало, однако. Так, она бежит. Берем нож, уходим. Так, что я сделал? Я вряд ли смогу его за ножом зафигачить. Но я попробую его потыкать. Блин, почти. Я сильно его за это самое... Затыкал там. Так, я возьму нож, короче, и одного из них сейчас затыкаю, короче. Это будет лучшим вариантом. А еще и его тоже. С собакой лучше нет. Собака опасная, я не буду ножом с ней сисюкаться. Вот так можно. Понятно. Дальше что делать? Я по вентиляции пройду вот сюда. Так, там палево. Там заложник, что ли, или что это такое? Пусть чувак маленько расслабится, я вылезу и затыкаю его до смерти. Так, еще нож имеется. Но я даже не знаю. Сейчас я спущусь. Кину в него нож. Мы уходим. Вот сюда. Берем нож. Возвращаемся. Тычем его ножом. Он бессмертный, короче. Ножом его не убить. Я, блин, столько завалил там прям так четко. И из-за него я... Так за это самое... Зафейлил свою миссию. Жаль, конечно. Можно здесь по-быстрому всех зафигачить. В хэд. Ухожу. Блин, собака. Тварь. Ждем мудаков. А, я нож не взял. Ну, меня уже съели.
Она не сдохла, блядь. Почему? Это куда? Ага. Ну зашибись, только я без ножей. К сожалению. Тем более, там палево большое. Два выстрела, она не подыхает. Вот как знать, интересно, как я буду знать, сдохнет она или не сдохнет? Походу, ей тоже в голову надо стрелять. Так, с ними ясно, да? Затыкали ее. Вот теперь он обязан ножиком убиться. Я нехило так его там то самое затыкал ножом. Спускаемся. Делаем мясорубку. Идем за вот этим. И хана ему, все, я по идее всех завалил. Там крыша еще есть, по идее, но. Так, как мне там успеть-то, а? Я могу сделать. Ой. Я в дверь сразу. Так, тебе особенная казнь. Ах. Но то было посложнее для меня. Там я дольше проходил, чем здесь. Ну так-то интересно получается, конечно. Вот Hotline Miami, там как бы видно все сверху, как бы и... Ну, по-другому, в общем, не такой вид там, как здесь. Непохожий вид. Здесь примерно как в игре «Как достать соседа», помните такое еще? Вот тут такой же вид, как там. Ну и чё? Сейчас мы читаем записки все наши, хотя... Сейчас сначала время погляжу. Времечко, однако, что-то много слишком. Я на 40 минут уже записывал. В общем, думаю, за серии 2-3 мы пройдем ее. Ну, 3 максимум, по-любому. Ну, а пока что все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайк, комментируйте. И все. Всем до встречи. Всем пока.